Салют, народ! С вами, как обычно, Макс Алунин. И сегодня я расскажу вам немного, поведаю о такой мелкой, но полезной фигнюшке в своем лайфхаке. В общем, получится у нас некий такой держатель для ваших иголок, шил и там подобное, чем вы, смотря, прокалываете дырки в кальяне. В общем, нам потребуется поролон и двухсторонний скотч. Поролон можно купить, не знаю, где, везде, в принципе, где найдете, неважно какой. Вот у меня он вот такой. И двухсторонний скотч в любом канцелярском магазине нормально продается. Стоит это все дешево. И вполне прикольно сделать такую вот фигнюшку. Итак, нам понадобится немного поролона. Ну, сами смотрите, сколько вам нужно. Можете вот так порезать, так. В общем, смотря сколько вам нужно, естественно. И я уже сделал небольшой отрезочек, чтобы чисто показать вам. И отрезал сразу двухсторонний скотч. Теперь, что мы делаем? Мы этот поролон садим на наш скотч. Прижимаем его хорошенько. И теперь вырезаем лишнее, чтобы не было видно, как он держится. Чтобы все было красивенько. Вот, надеюсь, всем видно. Вырезаем все лишние остаточки. Ага, все. Вот у нас получилось вот так вот. Вот так вот. И теперь с ним надо снять нам этот слой на скотче. Вот так мы его разъединяем. И эта сторона у нас теперь как бы тоже клеится. И приклеиваем куда надо, там на свой рабочий стол, в заведении, либо же дома, где у вас специально отведенное место есть для кальянов, если такое, конечно, есть. Вот, например, как у меня, такой столик, я сижу тут, что-нибудь делаю, когда мне нужна та же зубочистка или иголка, я просто, вот у меня тут уже все приспособлено, так сказать, сделано, точно по такой же схеме, все, чуть побольше поролон. Просто беру нужную вещь и либо прокалываю дырки, либо ворошу табак. В общем, клеим ее к тому, к чему нам надо. Она очень хорошо сидит, не буду ее сильно приклеивать, так как она мне не нужна. Ну, в принципе, вот и все. На этом всем спасибо. Подписывайтесь на канал, заходите в мою группу ВКонтакте и узнавайте еще больше полезных вещей по кальянам. Всем удачи!